Привет, меня зовут Павел Абастов, и добро пожаловать на новую серию по игре Хоббит: Предыстория саги Властелин колец. Этот уровень называется Загадки в темноте. Я надеюсь, ты прожмешь свой царский королевский лайк, а я желаю тебе приятного просмотра. Хвала эльфам за этот светящийся клинок. Светящийся клинок, ну-ка, воспользуйтесь жалом, чтобы осветить путь. Вау. Красиво, слушай. Знаешь, это может быть покажется, привет, небольшим негативом, но я перепрохожу этот уровень. А знаешь почему? Привет. Потому что серия полностью не записалась, и я сейчас заново прохожу, но я буду испытывать, я надеюсь, такие же эмоции от этого прохождения, потому что это очень крутой уровень. Да. И, кстати, я напоминаю, что мы проходим игру полностью на 100%, а это значит, что мы собираем все кристальчики, все монетки, все сундуки открываем, и, само собой, мы выполняем все задания. Надеюсь, я ничего не упущу в этот раз. Ой, ну конечно, конечно! Здравствуйте, мой хороший! Угу. Да-да-да. Слышь? Ах ты! Угу. Да-да-да. Я ж проигрок, вы чё? Сохраняемся. Зелье, кристалл, противоядие. Отлично. Прыгаем. Так, то есть паутинка, получается, рвется. Надо будет на будущее запомнить. И секунду, я еще хочу кое-что проверить. Да, все в норме, звук в норме. Поэтому идем дальше. Воу. Паутинка, паутинка. Ой, здрасте, здрасте, мистер... Мистер Павук. Похоже, это очень толстая паутина. Надеюсь, мой меч с ней справится. Угу. Я тоже надеюсь. Ах ты, отравляющий паук, паук. Противоядие юзаем. Блин, а? Угу. Мистер Павук. Иди сюда. Придется поискать другой путь. Поищем, поищем. Кстати, напомню, что в описании под видео есть ссылочка на плейлист с полным прохождением. То есть там ты сможешь посмотреть эту игру с самого начала, если вдруг ты смотришь не сначала. Если ты смотришь не сначала, то прямо сейчас закрывай это видео и смотри сначала. Потому что, блин, ну как бы игра заслуживает того, чтобы полностью ее посмотреть. Мистер Павук! Ах ты, вот он сильно бьет, а? Засранец. Угу. Ну, я напоминаю, что мы игру проходим все-таки на 100%, поэтому если ты будешь игру проходить у себя на компьютере, то, ну, можешь смотреть, как я прохожу, и тоже собирать все монетки, все кристальчики. Потому что я надеюсь, я ничего не упускаю. Ну, в конце, как бы, прохождения каждой игры это видно, то, что я ничего не упускаю. То, что я беру все монетки там и так далее. Насчет этого уровня я пока не уверен, конечно. Дверь. Почему я не уверен насчет этого уровня? Потому что я не знаю, найду я все монетки, но надеюсь, у меня получится это сделать. Сохранение.
Привет. Гном? Приветствую. Бильбо Бэггинс к вашим услугам. Я Балфор из Железных гор. Благодарю тебя. Но для того, чтобы освободить меня, нужна сотня гномов. Или тысяча эльфов. Или один взломщик. Хорошо. Спустись в рудники и найди там большие ворота. Если подкупить охранника, Акслопа, то он их откроет. Когда пройдешь ворота, тебе нужно будет подняться наверх, к тюрьме. Туда они отводят меня, когда я заканчиваю работу в руднике. Освободи меня, и я помогу тебе выбраться отсюда. Хорошо, идет. Так, смотрим, что у нас по заданию. Покиньте пещеру, освободить Балфора, вводите в тюрьму, подкупите стражников. В принципе, пока логично. Что у нас по 50, 240? Окей, немножечко камеру подвинул, чтобы не загораживало просмотр. Что это за шум? Гоблины! А мы их не боимся. Здрасте. Чё ты там кидаешь, а? Размазать его по стенке, в порошок стереть. Кто там что-то вякнул? Я не слышал. Справились с дурачками. Ого. Наверное, это те самые ворота. Чувствую, будет весело. Очень весело. Идем. Какой странный механизм. Очень странный механизм. Но нам надо кристальчик взять, вот этот вот зелененький. И идти дальше спокойненько. Размазать его по стенке, порошок стереть. Угу. Конечно. Кроши, круши. Закрушил, молодец, скринь проверяй. А что у нас тут? У нас тут сундучок, здравствуйте. А тут что? Лови, держи, голову оторвать. Угу. Молодец. Ладно. Ну, походу, мы сюда еще вернемся, потому что, видишь, там мостик какой-то был, да? То есть, походу, мы вернемся еще туда. Слышь, хватит пуляться, дурачок. У нас задание какое-то. Надо мост выдвинуть, короче. Угу. Выдвинул. Тут точно больше ничего нет, а то не хотелось бы ничего упускать мне на самом деле. Здравствуйте, мистер. Мистер. Как тебя? Мистер Гоблин.
Да тут я вижу, прям приключения намечаются. Найдены ледяные камни. Ну погнали, используем. Давай. Давай, давай, дерись, дерись, дерись с дурачками. Ах ты, сзади подходит, а? Засранец. Размазать его по стенке. Да-да-да, конечно. Угу. Размазал, скринь, проверяй. Сундук. А вот и золото наше любимое. Угу. Там вот зелененький кристальчик, надо не забыть про него. И сохранение наше любимое. Сохраняемся, прыгаем, тут кристальчик, потому что есть фиолетовый. Так. И сейчас будет самое интересное. Во-первых, это нам предстоит вот сюда вот забраться. А для тех, кто не в курсе, вот сейчас я секундочку покажу. Вот смотри. Видишь вот этот вот камешек? Ну, не камешек, ящик, который можно разбить. Его ты ни в коем случае не разбивай, потому что... Ну, если ты вдруг будешь проходить. Почему? Почему? Потому что если ты его разобьешь, вот этот вот ящик, то ты не сможешь подобрать вот этот вот кристалл. Точнее, сможешь только с самого-самого верху. Вот видишь там наверху? Но туда ты сможешь подняться только в самом-самом конце игры. Поэтому, как бы, чтобы тебе 100 раз не перепроходить, просто запомни то, что я тебе говорю. Ни в коем случае не разбивай этот ящик. Давай. Отлично. Замечательно. Вот сюда ты будешь попасть вот оттуда сверху. Вот видишь там перилка? Но это в будущем. Если ты ящик разобьешь вот этот, поэтому лучше не разбивай. Аккуратно. А вот сейчас будет опасный момент. Замечательно. Так, что делать будем? Смотри, тут, то есть, сундук. Вопрос. И там ведь что-то есть, смотри-ка. Ладно, что будем делать с этим сундуком? Потому что, как бы, у меня жизни есть, в принципе, можно попробовать, да? Ключ сэкономим, наверное, да? Ладно, погнали. Получилось, изи. Плюс противоядие, плюс золото. Замечательно. Самое главное, это вот тут вот не упасть. То будет очень обидно. Ой, что за звуки противные? Бог ты мой. Наверное, до самого верху прокатимся. Мало ли, такой кристальчик есть. Не? Ничего нету, что ли? Окей. Иди сюда. Держи голову оторвать. Кому ты там голову собрался отрывать? Слышь, маленький. Пока у нас все получается. Давай еще раз проверим. Ничего ли я не упускаю? Вроде бы ничего. И как же мне опустить этот мост? О, а эти бочки могут мне пригодиться. Угу. Разберемся, я думаю. Здравствуйте. А чё ты не взорвался? Я думал, ты взорвешься. Вот блин, а. Ну ладно. Ха. Хитрый какой, а.
камней нет больше, блин. Изивин. Надо будет, кстати, посмотреть, что он там за синий сундук еще есть. Обязательно посмотрим попозже. Терпеть не могу вот такие вот перепрыжки, потому что очень сложно. Угу. Видишь, там есть сундук какой-то. Мы его можем как-то достать, вон тот сундук, интересно. Вон, видишь? Не, походу мы не допрыгнем. Нам надо как-то вот того гоблина заманить, да? Здравствуйте, мистер Гоблин. Кроши, круши! Угу. Закрушил, скринь проверяй. $399 монеток у нас сейчас, да? Сохраняем и смотрим, что у нас по тут. Вот 345, 903, 82. Хорошо, в принципе, у нас все идет по плану. Угу. Эй, там еще сундук есть, да? Так, я вижу кристальчик. И огненная смесь там, походу. Давай-ка ее возьмем сейчас. У меня два камня всего, блин. А толку нам от ней? Размазать его по стенке, порошок стереть. Давай. Иди сюда. Вот засранцы, а. Блин, капец их там. Нафига. И камней у меня нету, что делать? Ладно, разберемся. Да хватит меня. Блин, а. Вот засранцы, а дофига их, капец. Ладно, ничего. Нам надо грибочки сейчас искать, а то у меня 4 жизни. А, ну вот грибочки, мне кажется, не хватит мне. Блин. Не, давай все-таки грибочек подберем, мало ли сундук опасный попадется. Ну нифига себе. Хорошо. Сундук взяли, да? Угу. Ну ладно. Блин, а. Лови, держи, голову оторвать. Угу. Оторвешь сам себе голову свою. Здравствуйте, мистер пес. Не, ну что, нормально так-то. Слышь, уворачивается он от меня, смотри-ка. Иди сюда.
Кто-то мне подсказывает, что это очень сложный сундук сейчас будет. Понимаю. О! Отравление, да ну нафиг. Ну нифига себе, нам золото привалило, обалдеть. Там вот есть сундук и кристалл, значит, да? Значит, это сверху можно. Хорошо, сверху мы проберемся. Это несложно. Сохраняемся. Смотрим, что у нас по монеткам. 420, 1254, 10, 2. Хорошо. Идем дальше. Камешки, привет. Кристальчики. И вот наш охранник, да? Привет. Не могли бы вы открыть для меня эти ворота, сэр? А ты еще что такое? Иначе кролик сбежал. Ну что, крысенок, раз уж ты хочешь, чтобы я открыл ворота, принеси-ка мне от Кругбита камень Варт. Хочешь украсть камень Варт у Кругбита? Сперва почини этот подъемник. Да, хочешь починить подъемник, найди еще кучу всяких открывалок каких-нибудь, да, ключей. Ну окей. Разберемся. Еще раз сохранимся на всякий случай, чтобы ничего не упустить, так сказать. Мистер Сундук! Да ну... А вот и золото, и кристальчики. Мне нужно починить этот лифт, чтобы достать камень Варт. Похоже, здесь не хватает рычага. Разберемся. А я там был? Нет, смотри, сундучок. И там, смотри. Ну ладно, надеюсь, я туда еще приду. Блять, найден ключ Муг. Принесу. Здравствуй, маленький. Кроши, круши! Угу. Да-да-да. Теперь я могу прокатиться на этом лифте. Угу. Можешь, конечно. Здравствуйте. Капец тут дебри, да? А, понял, туда лучше не соваться, на железную дорогу. А вот и ключик наш любимый. Еще один ключ.
Угу. Так, давай посмотрим, у нас хватит места. Да, у нас хватит места, отлично. Сохраняемся. Идем дальше. А, скажу сразу, чтобы ты не спрашивал, дальше по железнодорожным путям идти нельзя, потому что там либо тебя вагонетка сойдет, либо ты упрешься в тупик. Надеюсь, гоблины не будут возражать, если я запущу все эти устройства. Да нафиг ты им сдался, этим гоблинам. Давай смотреть, что мы выпускаем, смотри. Так, там вот я вижу сохранение, вижу сундук. Там мы еще не были, видишь, там червячок. Куда еще можно пойти? Давай смотреть. Там я вижу охранника, он, видимо, ждет что-то. Угу. Ну ладно, разберемся, я думаю. Меня больше интересует вопрос. Так, налево там миссия, значит. А направо, значит, можно пойти. Давай смотреть. Что тут у нас спрятано, интересно? А вот и белый кристальчик. Замечательно. Смотри, там вот что-то еще внизу есть. Наверное, туда как-то по железнодорожным путям можно пробраться. Давай так. Сейчас мы находим сохранение. И я проверяю, можно ли туда пройти. Потому что если нет, то как бы, ну нет и нет. На нет, как говорится, и сюда нет. Давай, знаешь, что сделаем? Давай вылечимся, потому что я не уверен, что нам хватит жизни с ними сразиться. Они все-таки щитами. Понял. Принял. Замечательно. А вот и ключик, смотри-ка. Неужели эти гоблины никогда не слышали о том, что ключи можно носить на кольце? Я тебе больше скажу, эти гоблины не слышали, да, что такое карта специальная, которая открывает все двери. Или мобильный телефон. Угу. Да хватит меня бить, а. А у меня новая жизнь, так что у меня все здоровье восстановились. Извин. Все, со всеми дурачками разобрались. Наверное, да. Угу. Ну-ка, давай, знаешь что, давай воспользуемся ключом, потому что я не хочу тратить время. А, это было зря, потому что сундук был беспонтовый. Лифт, дым, и вот и сохранение. Давай сохранимся. Проверим, можно ли туда добраться по, получается, ну просто так, короче, давай посмотрим. Меня просто это очень интересует, очень волнует, этот вопрос. А? Я понял. Короче, нельзя туда пробраться, вот что я понял. Давай открываем лифт, идем дальше. Пора прокатиться. Да. А если ты не понимаешь, о чем я, куда нельзя добраться, вот помнишь железнодорожный путь, про который я говорил, что там есть какое-то зелье? Ну, типа живая вода или как называется. Вот, я попытался, и я туда не смог добраться. А вот смотри, там есть какой-то ящичек, да? Угу. Не, ну как-нибудь в другой раз тогда до ящика доберемся. Мне кажется, там какая-нибудь фигня будет, типа зелье или что-нибудь такого. А это для нас сейчас не главное, не приоритет.
сохраняемся и... О чудо, мы нашли. А вот и рычаг. Он-то мне и нужен, чтобы починить лифт. Угу. А тут что? Угу. Я понял. Так. Ура. А вот и лифт заработал у нас. Угу. Но мне все равно туда надо идти. Разберемся, разберемся. Угу. Хорошо. Я не настолько глупый, дурачки. Ха. Угу. Кто там колдует, слышь? Нормас. Давай сохранимся от греха подальше. Лифт вард. Блин, надо было жизни восстановить. Ну ладно, ничего. Файт. Здравствуй, маленький. Угу. Давай, иди сюда. Изивин. Так, я вот вижу, тут кристалльчик есть. Давай его возьмем. Обалдеть, конечно. Я бы в жизни по таким бы не прыгал. Нафиг оно мне надо. Да ну. Плюс золото. А вот тут вот сложный сундук сейчас будет. Блин, не дай бог, я покоцаю жизни. Я отравился. Да что ты? Да что ты? Да что ты будешь делать? Два зелья, обалдеть. Жесть, конечно. Два зелья мы потратили на это чудо. Но хотя бы золото нашли. Тоже хорошо. Самое главное сейчас по-глупому не упасть куда-нибудь, не умереть. Так, лесенка, здрасте. О, вот и зелье. И кристалл. Замечательно. Ты меня ж так не пугай, хоббит. Ты чё? Я думал, он все уже упадет. Жесть. А теперь самое интересное и самое сложное одновременно. Прыжки. Я бы, конечно, наверное, сходил бы назад, сохранился, но я думаю, я выживу тут. Угу.
Почему я прокатываюсь по кругу полностью? Потому что мало ли где я кристалл не найду. Ну, бывает такое, что иногда ты кристалл где-нибудь не находишь, и типа все ГГ. Поэтому такие дела. Туда мы, я думаю, еще вернемся. Потому что, видишь, там как бы путь есть еще куда идти. Здравствуйте, мистер волшебник. Тебе нравится боль? А тебе? Ты же у нас весь в шипах, а не я. Угу. Ого, кристальчик какой хороший там попался. Так. Угу. Замечательно. Все, теперь самое интересное. Сундук. Все, все, внимание на сундук. Да, отлично. О, должно быть, это и есть камень Варт. Замечательно. Давай посмотрим, что у нас по ресурсам. 715, 204, 16, 11. Хорошо. Все, в принципе, по плану у нас идет. Сохраняемся. Мистер волшебник, здравствуйте. Лови, держи. Как ваши дела? Угу. Опачки, а вот и кристальчик, привет. Замечательно. Где-то тут, да, была жердочка, я вот помню. Да, вот она. Отлично. И, кстати, да, если вдруг ты эту жердочку пропустил и не туда упал, на будущее тебе хочу сказать, сейчас сохранюсь, что на эту жердочку можно запрыгнуть вот отсюда, на сохранение, и вот так вот, прыжок, вот видишь, запрыгнул и все. Ну, это на будущее тебе, мало ли, а вдруг ты не знаешь. Так, спускаемся вниз, подбираем грибочки, лечимся и разговариваем с этим упырем. Но перед этим еще раз посмотрим, что у нас по ресурсам. Так, ресурсы. 735 монет, кристаллов храбрости 2194 и 17 сундуков и 11 заданий. Изи, погнали. Привет, медведь. Вот камень Варт. А теперь открой ворота. О, я открою ворота. Слышь, ах ты... Мышь мразь, я же тебе камень принес, я твоих конкурентов уничтожил, а ты на меня нападаешь, слышь? Иди-ка сюда. Я тебя и посохом побью, слышь? Нет. Давай-ка переключимся на меч. Меч более эффективный против таких дурачков. Он и урона больше вроде наносит, да? Иди сюда, давай, последний удар, последний, давай, изи. Замечательно. А вот золото и кристаллы. Так, что у нас дальше? А дальше у нас все очень веселое. Сундучок, привет. Будет сложно. Да. Плюс зелье, плюс противоядие. И еще там вроде золото, да, мы нашли, получается. Отлично, сохраняемся. И смотрим, что у нас по статистике. 810, 2269, 19 и 13. А вот еще тут что-то есть, да? Мы можем взять кристалл? Нет. Хорошо, идем тихонечко. Хм.
Лучше мне не пытаться сражаться с этими охранниками. Здесь Балфор. Я должен его освободить. Угу. Смотри, вот есть задание, сейчас я покажу. Освободить Балфора и поговорить с Балфором. Видишь задание? Если мы направимся налево и нажмем рычаг сразу, я знаю, что это сложно, но можно нажать, пробежать, короче, то эта миссия не выполнится. То есть мы пройдем игру не на 100%. Поэтому нам надо тихонечко сейчас, короче, идти. Я запихну тебя в котел и сварю из тебя похлебку, полурослик. Да-да-да. Не судьба. Брось его в яму! Ну, то есть ты понял, надо, короче, да, надо разумно к этому, ко всему подходить. А если мы сейчас пойдем и поговорим с ним, то мы выполним данную миссию. Угу. Привет, медведь. Это ты, Бэггинс? Чш, не то охрана поднимет тревогу. Вытащи меня из этой клетки. Как? Этот рычаг открывает дверь камеры. Да, но как быть со стражником? Как только дверь откроется, он больше не причинит тебе беспокойства. Угу, задание. Освободить Балфора нам надо. Хорошо, погнали. Эй, ты! Ты не гоблин! Ты вонючее эльфийское отродье! Заткнись! Да, ты мне не врешь? А ты мне не врешь? А, свобода! Время порезвиться! ГГ вам, пацаны. Назад! Полный спектр эмоций. Долгие годы гоблины заставляли меня работать на этих горняцких машинах гномов. Честь требует, чтобы они были разрушены. Иди по этой дороге, пока не найдешь вагонетку. На ней можно выехать из пещер. Хорошо, но я думаю, нам сначала ведь надо как следует сохраниться и пойти, получается... Дальше. Сохранение. Сохранить. Секунду. Ты извини, что отвлекаюсь, но почему-то у меня Инстаграм капец как глючит. Он на мои другие аккаунты присылает уведомления, типа я отметил фотографию места специально. Например, я сделал фотографию в городе Уфе. И то, что я отметил данное место, но на самом деле этой фотографии тоже больше месяца. Он до сих пор присылает уведомления, то, что я отметил данную локацию. Как-то странно. И странно то, что я убрал геолокацию, и он теперь... присылают уведомления о других публикациях. Да, рычаг, я понял. Я знаю, что тебе как бы не до этого дела, но я тебе сообщаю, мало ли, вдруг у тебя тоже такая проблема, и ты не знаешь, как ее решить. А нам надо как-то пробраться дальше. Я не вижу другого пути, как сделать вот так вот. Изи вин. Это можно разбить, нет? Ладно. Сундук. Угу. Тут есть ключ, но мне... Да-да, я понял, но мне кажется... Давай попробуем просто так открыть. Вдруг нам ключ понадобится еще. Так, мы что-то открыли. Хорошо. Угу. Замечательно. Замечательно, а вот и новая жизнь у нас появилась. Так. А вот этот сундук, я чувствую, будет очень интересным.
Владением посохом. Сражаясь посохом, Бильбо наносит противнику больше урон. Кроме того, он может наносить 3 удара посохом в один прием, а также выполнять сокрушительный круговой удар. Нажмите и удерживайте левый альт. Когда вы отпустите кнопку, ваш герой резко развернется, ударив посохом всех врагов, окруживших его. Хорошо, давай попробуем так. А, вот. То есть видишь круговой удар, и если мы зажмем... Круто, круто. Хорошо. Теперь давай разобьем все эти штучки. Мало ли тут кристальчики есть. Видишь, я был прав. Сохраняемся. Здравствуйте, мистер Кристалл. Еще раз сохраняемся. Идем дальше. Да, кстати, пока не забыл, пожалуйста, напиши в комментарии, просто нажми паузу и напиши в комментарии, как тебе, нравится мои прохождения, не нравится, типа, как я играю, как я комментирую, нравится ли расположение веб-камеры, нормальный ли размер вебки, уменьшить ее, увеличить. Ну, пиши любую обратную связь, мне очень важна, как бы, важно мнение каждого, вот, что я хочу сказать, потому что я все-таки не для себя это, ну, само собой, как бы, мне тоже приятно играть. Но я также записываю это и для аудитории, которые смотрят прохождение, в том числе и ты. За что тебе большое спасибо. Аккуратно. Ну нифига вас там много как... Ого, нифига он их откинул. Нормально, слушай. Блин, у них щиты, вот с щитами тяжело очень, конечно, сражаться. Блин, видишь, они блокируют щитами, то есть тяжело, тяжело на самом деле. Если б не удар в прыжке, я бы с ними не справился, конечно. Обалдеть. А это, кстати, та решетка, которая была в самом начале, помнишь? Вон, в самом начале. У нас осталась одна жизнь, но... Блин, я не знаю, типа, хз. Так. Сохраняемся и смотрим, что у нас по ресурсам. Сохранить и смотрим ресурсы. Так, найдено монет. 950, кристаллов храбрости 2994, сундуки 22, задание 17. Я вот... Единственное, немножко не знаю. Короче, в чем суть? Объясняю тебе. Я не могу найти один кристальчик. И где он, я понятия не имею. Может, я где-то его упустил, реально, я просто... Я уже по 100 раз все перепрошел и до сих пор не могу найти, короче, этот кристалл. Мне вот тупо одного кристалла не хватает где-то маленького на 25 очков. Вот где он, это вопрос. Может, здесь где-нибудь... А, смотри-ка, вон ящик, может там? Да неужели? Нет. О, вон он, смотри, фиолетовая мышь-мразь. А я его искал, блин, по всей карте, боже. Ну-ка. Изи, все, погнали наверх, погнали проходить эту игру. Наконец-то, блин, боже, я его 100 лет искал, этот кристалл. Обалдеть, а? Жесть. Ладно, хоть мы его нашли, а то обидно бы было, если бы мы его не нашли. Теперь можно со спокойной душой идти к финалу этой игры. Я так и знал, что он вот там, блин, а? Так и знал. На самом деле я тут целый час уже брожу, но для тебя это будет просто по щелчку пальца, потому что я целый час вырежу. И просто загружу сохранение, как бы его возьму. Как бы, чтобы тебе не удлинять просмотр, сам понимаешь.
Погнали, финалочка. Сохраняемся. Сохранились и погнали. Вагонеточка. Вагонетка. Похоже, на ней я смогу выбраться отсюда. Вжух. Отлично. Здравствуйте. Влазим. Кристалл, кстати, для тех, кто не в курсе. Короче, вот помнишь ящик, и по которому мы забирались и брали белый кристалл? Если ящик разбить, то кристалл не забрать. Соответственно, если ты кристалл разбил, вот отсюда можно вперед прыгнуть, там будет жердочка, короче. Ты кристалл возьмешь. Но это на будущее тебе, мало ли, вдруг ты не знал. И открываем. Извин. Что у нас по заданиям? Ну-ка, смотрим. 3097, 990 и одно задание. Нормально. Поэтому садимся в вагонеточку и едем. Не туда я хотел поехать, слышь. Не туда, не в ту сторону. Ну-ка. Жми, 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 жми. Давай. Давай, давай, давай. Да блин, опять мы вернулись к началу. Ну ладно, ничего. Сейчас проедем, сейчас мне кажется будет все нормально. Погнали. Фу. Сейчас мне ничего не помешает. Просто ничего мне не помешает. Да в смысле? Я же... Ладно, мне что-то помешало, но почему-то он не поехал. Странно, кстати. Давай. Да, 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 едь, едь, мужик, едь, мужик. Я в тебя верю. Давай, 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 давай. Жми, 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 жми. Да не туда. Да боже. Давай, 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 давай. Есть, есть, есть. Я надеюсь, я правильно еду. Аллилуйя. Аллилуйя. Воу. Ничего себе. Мистер Хоббит. Монеточки. И сохранение. Сохраняемся. Сохранить. И идем дальше. Такая атмосферка, да? Обалдеть. Прям загадки в темноте реальные. Здесь наверняка водятся какие-нибудь отвратительные скользкие твари. Да, смотри, чтобы они тебя не сожрали, эти твари. Блин, красота. Обалдеть. Там что-нибудь есть? Да, зелье, смотри-ка. Найдено лечебное зелье. И кристальчик. Кристальчик, привет. И смотрим, что у нас по миссиям. Так, найдено монет 1000 из 1000. Кристаллов храбрости 3 стоит из 300. Сундуки 23-23. Задание 17-18. То есть сейчас последнее задание мы выполняем. Выбираемся из пещеры и погнали. Эй, а это еще что? Кольцо? Колечко! Кольцо силы, кольцо всевластия. Статистика, мы нашли все монеты, все кристаллы храбрости, все сундуки взломали и все задания выполнили. Изи, вообще на изичах. Круто. Продолжаем. Что мы купим? Так, нет, а почему нет? А больше нельзя, что ли? Ладно, тогда сумочку покупаем, камни нам все-таки нужны, наверное. Да, и на ключ нам не хватает, на ключ нам не хватает, что делать будем? Наверное, нам все-таки противоядие надо купить, да, от греха подальше. Покупаем. И окей. Завершаем. Блуждая в туннелях, Бильбо случайно нашел блестящее золотое колечко и положил его в карман. Вскоре он заметил, что рядом кто-то есть. Слышь? Это оказался Голлум, таинственный и странный обитатель подземного озера. Голлум предложил Бильбо сыграть в загадки. Правила были очень просты. Если проиграет Голлум, он покажет Бильбо выход из пещер. Если же проиграет Бильбо, Голлуму достанется вкусный ужин. Вскоре загадки у Бильбо закончились.
Как-то красивенько. Что у меня в кармане? Нечестно. Гол. Это моя загадка. Руксы? Нож? Шнурок? Или ничего? Не угадал ни разу. А теперь покажи мне выход. Сперва мы должны пойти и кое-что взять. Так что же у меня в кармане? Мое кольцо! Моя прелесть! Что ж, что у него в кармане? Он знает дорогу отсюда! Бильбо последовал за голумом и вскоре вышел на поверхность. Там он и встретил своих друзей. Однако приключения на этом не закончились. Вскоре на гномов напали злобные варги. Вот это клипчики, обалдеть. Прям кинематографично. А игра 2003 года, прикинь? Какой графоний раньше был. Бегите, деревья! Великие орлы! Старые друзья, мы спасены. Блин, круто вообще, да? Гэндальф поблагодарил за помощь повелителя орлов и попрощался с ним. Проводив гномов и хоббита до опушки Чернолесья, старый маг объявил, что вновь покидает отряд. Он показал безопасную тропу через лес и строго-настрого запретил гномам сворачивать с нее. Однако по пути у отряда кончились припасы. И, заметив пирующих лесных эльфов, изголодавшиеся гномы сошли с тропы. Эльфы исчезли, а Бильбо вновь остался один. Эй! Торин! Волк, заешь этих гномов! Это же надо потеряться в Чернолесье! Думаю, мне стоит их поискать. Да. Да-да-да, давай поищем их, только уже в следующей серии, а эта серия подошла к концу. С тебя лайк, комментарий, подписка на канал, колокольчик, а если ты особо щедрый, есть спонсорская подписка. А на этом все, с тобой был я, Павел Абастов, увидимся в следующей серии, которая сейчас появилась, и пока-пока.